Доброе субботнее утречко. Мы сегодня с Женькой решили поехать в Пенсильванию, свалить из города, потому что выходной, суббота, жара стоит адская, хочется куда-то уехать. Вот. И арендовали машину, а там такая огромнейшая очередь, приехали ее забрать на пикап на 14-ю стрит. И очередь похожа на 2 часа, мы уже час постояли, мы просто без кофе не обойтись. Взяла, кстати, себе вот такую вкусняшку в Старбаксе. Это матча на кокосовом молоке с ананасовым сиропом. Напиток богов. Первым делом мы приехали кушать филе чизстейки. Филадельфия славится тем, что в ней изобрели эти чизстейки. И, короче, есть два места. Это вот такой Gino's Steaks. И через дорогу от него находится вот такой вот Pat's Steaks. Говорят вообще, что вот этот Pat's изобрели. Но они типа два большие конкурента и между собой все время спорят, кто из них изобрел. Мы в Филадельфию приехали уже не первый раз. Когда первый раз были, мы пробовали чизстейки в Gino's. Сейчас пойдем тогда, значит, в Pat's. Будет батл, где было вкуснее. Вот эти ребята, Pat's King of Steaks, говорят, что они изобрели чизстейк и открылись в 1930 году. Вот тут фотки, типа, старинные, с открытия. Короче, это очень-очень вкусно. Там такое, типа, рубленое мясо, грибочки, лук, перец и сыр. Ну и как тебе Pat's чизстейк? Это дом девушки Бетси Росс. Известна тем, что она первая сшила американский флаг таким, какой он есть, с этими звездочками и полосочками. Вот там музей. Это ее дом. И вот флаг такой был сшит. Сейчас, конечно же, все закрыто. Короче, это аллея. Элфрик называется. Здесь дома построены, которые были еще в 1700-1800 годах. Прикинь, самый старый дом 300 лет. Здесь всего находится 32 дома на этой аллее. И в двух из них музеи. Но вообще говорят, раз в год все дома открывают свои двери, чтобы как бы показать культуру. Вау, посмотрите на это. Секретное предложение с фотографом. Она так счастлива. Почему все сюда приезжают? Не только потому, что это 2 часа от Нью-Йорка ехать. Пенсильвания раньше была столицей Америки, точнее, она была первой столицей. Здесь подписали конституцию американскую, провозгласили Америку свободной страной. И поэтому здесь очень много музеев таких исторических, посвященных этой теме. Вот здание ратуши, городской Сити-Холл. Располагается в самом середине даунтауна Филадельфии. Даун-даун. А, вот то здание. Похоже, как будто это жирный Крайслер билдинг. Не видно за большим. А вот мы все-таки пойдем в парк. Пойдем.
город, чем даунтаун. Статуя Рокки Бальбоа. Фоткаться будешь? Да, уже есть. У тебя уже есть? А по ступенькам бегать будешь? Нет? Побежали на перегонки. Давай. А помнишь серию этот This Is Us? Рэндалл там бегали со своей семьей, помнишь? Тоже так? Да. Они типа копировали фильм? Да. Вообще, кстати, в этом сериале там показывают немножко Филадельфию, классные местечки. Чувак. Беги давай. Давай, давай. Жарко. Вот. Вся Филадельфия. Ты вон так пикчер. Let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out.